Я хочу дополнить свой отзыв вот этим вот видео. Хочу показать, что это вообще за машинка, так наглядно. Во-первых, вот коробочка, в которой продается эта машинка. Здесь написано, что машинка сделана в Германии. Также это видно. Вот здесь вот видно. И видно, не знаю, вам видно, вот на этой зеркальной поверхности, на которой видно, кто снимает это видео. Здесь написано, что карантинный срок 3 года. На самом деле это все для Европы. В России же карантинный срок полгода. Итак, что это за чудо-машинка? Значит, можно встретиться вот так, при такой длине, то есть без насадки. Тем не менее, здесь регулируется все равно длина от 1,1 мм до 3 мм. То есть вот таким вот образом вы нажимаете рычаг с одной стороны и с другой стороны легким нажатием фиксируете длину, ту, которая вам нужна. Но не с того и начал. Чего же что же входит в комплект этой машинки? Это щеточка. То есть эта щеточка нужно после каждой стрижки ее чистить. Эта масленка можно смазывать этим маслом периодически машинку. И вот, вот такая вот защита ножей. Легко все это. Вот так. Одеваем для того, чтобы ножи не портились и машинка нам дольше служила. Ну, не машинка, а сами ножи. Потому что ножи можно поменять. И есть вот такие вот насадочки. Одна, которая не регулируется, 4 мм классика. То есть можно еще здесь так делать. Ух ты ж. Легко снимается. Вот так вот. Аккуратненько, двумя ручками. И регулируемые. Регулируемая. Регулировать можно длину от 4 мм. Здесь видно циферки, не знаю, будет ли видно. Я думаю, что видно. Нет, не очень плохо видно все-таки. И до 16 мм. Так. Также легко снимается, это очень легко снимается, это насадочка. Вот, включается она вот таким вот образом, вот, с таким вот треском. Это нормально для этой машинки. Это сказал мне продавец, это говорят все те, кто пользуется этой машинкой. Такой вот треск, и поехали. Очень гладкая поверхность, поначалу я думал, что рука будет скользить, будет неудобно, и сама машинка очень добавок тяжелая. Но все это очень легко. Это все изначально так кажется. На самом деле очень удобно. Очень комфортно. Машинка стрижет просто очень быстро. Можно быстро водить по голове, и все будет машинка состригать. Что еще? А еще. Очень длинный провод у нее. То есть, если вы баскетболист, и ваш рост около 2 или более метров, я думаю, что длинный шнур вам хватит, чтобы дотянуться до головы. Она электропроводит, да, она электропроводит. Мне подсказывает третья рука, которая снимает это видео. Так, что еще? Да вроде бы и все. Спасибо за... Инструкция. Вот инструкция, которую я не читал. Читала мне слух жена. Вот. Вот так вот. Вот тут прям такая печать, что все конкретно. Не Китай, Германия. Кстати, очень непривычно видеть здесь такую вот надпись. Модель Германия. Вот. Всегда обычная модель China. А тут вот так вот. Значит. Также здесь очень легко все откручивается, я правда не пробовал, я думаю, что легко. И меняются ножи, или они чистятся, также затачиваются. А, и еще, вот так вот можно вешать на эту вот
Как ее называть? Обозвать? Нет, это явно не крючочек. На крючочек, да. На крючочек можно вешать где-нибудь. И будет все висеть хорошо. Как вы заметили, что здесь нет никаких лампочек, ничего нету, ничего лишнего. Все только для того, чтобы вы легко стриглись и ничего не отвлекало ваше внимание. Все. Жена сказала, что все хватит. Все, спасибо за внимание, до свидания.